это не Кэрдайн. Все равно, я не позволю, чтобы он снабжал улицы оружием. Паук! А давай не будем драться. Ладно, так и быть, давай подеремся. Всем привет, дорогие друзья, с вами Арти Трибан, и это второй эпизод видео прохождения игры The Amazing Spider-Man 2. Короче, геймплей! Сразу же, я даже... Чуваки, просто я... Такой человек начинает как-то упорото немного... Не с начала, не с конца. В общем, миссия началась, и я сразу начал записывать. Сейчас мы будем спасать супер... Упер охренительного... человека, существующего в нашем зловещем мире. Его звать... в общем, сами видите, кто этот человек породил нашего дружелюбного соседа, человека-паука. Когда я сказал породил, вы, наверное, точно поняли, кто это. Это... Стэн Ли, мать вашу, Стэн! Стэн Ли, кем мы играем? Кем мы играли в DLC? Одноименном DLC. Первая часть Спайдермена, где нужно было собирать комикс. О, спасибо тебе, паук. Не за что, Стэн. А как вы... А может позвонить в Daily Bugle? И все рассказать Джеймисону? Ха, не стану вам мешать. Счастливо. Надо заглянуть в магазинчик. Как там Стэн? Так. О, давайте-ка прокачаемся, если есть возможность. Хотя ее нет. В магазинчик едем. Точнее, летим к нашему папочке, так скажем. К родителю. Да. Ну мы это будем делать в роли не Человека-паука, а Питера Паркера. Да, это самая одна из самых охренительных мест, которые я вообще когда-либо бывал в этой игре. Тут столько всего. Ну, это не надо, сами посмотрите. Человек-паук, жук там был, вон там, или Человек-муравей, я не знаю, Человек-муравей, блин. Футболки, игровой автомат, и женщина-кошка на рисунке. Женщина-кошка, я уже забыл, что тут можно нажать. Питер? Привет, Стэн. Наконец-то, верный адепт. О, я не видел тебя здесь с тех пор, как... У меня слов нет. Твой дядя Бен. О, я соболезную. Ох, какой был человек. Он был лучший. Спасибо. 2 года прошло, и он уже соболезнует. Как раз вспоминал, как мы приходили сюда вместе. После того, что я у вас дома устроил, мне было очень стыдно. Это дело прошлое. Ну что, найти тебе что-нибудь такой крутой Марвел, чтобы сердце снова забилось? Нет. Я просто так зашел. Вы там видели комикс, где это как? Ты хочешь поднять боевой Свина-паук. Дух, я буду здесь. Да, еще история с егоной квартирой. Квартирой Стэна Ли. Помните первую часть, вы, наверное, знаете, о чем я говорю. Комиксы, книги, плакаты или постеры. Эксизы, так скажем. И игровой автомат. Да, целый охренительный игровой автомат. 1988. Я подумал, что это игра 88 года про Спайдермена, вроде как я помню. Была вроде как. Кто-то побил мой рекорд. Но на самом деле это просто режим испытаний. Так что я его проходить не буду никаким образом, никакого желания. Что ж, пока, Стэн. Жизнь, борьба, надпись на экране.
Ну ты будешь загружаться или нет, наконец-то? Я сказал с мясом. С каких это пор? С мясом, значит, с шампиньонами. А я такая, ага. А она такая, угу. Точно, точно. Это Кэродайн, что нужно? Стволы, друг. Тут совсем жарко, понимаешь? Нам нужны серьезные пушки, и мне сказали спросить у тебя. За баром Нуна через 2 часа. Ну что ж, поехали. Но сначала улучшение. Так, что мне надо-то? Дистанция. Это есть. Вот, мне это нужно. Полет на паутине. Быстрый полет на паутине, кажется. А, нет. Вот ускорение, но я его прокачаю в следующий раз. Так мне не хватает сейчас. Никогда нет. Поехали! На паутинке, паутиныч. Много игра лагает, но ничего страшного. Это так всегда. Далеко лететь, но... Мы это перемотаем. Итак, вот, все, мы приехали. Я не знаю, что дальше будет. Не слышал, не знаю, ничего не знаю. Все. Эй, считать будешь? Думал, ты мне веришь? Шутник. Эй, что это еще? Стоять! Ох ты, ё-моё! Пошла. Заложница. Уходим! Я на... Ты больше никого не убьешь, обещаю. Итак. 5000-ая попытка, и я знаю, что делать теперь. Помоги! Заткнись, а то я тебя заткну! Да успокой ты ее! Я вас обоих убью, обещаю. Да, я тоже тебя убью. Я обещаю. Так. Не на ту кнопку нажал, мазафака. Итак. Спасаем девочку. Ну, или девушку, как вам. Вот. Напугана! Найдите его! Больше никаких заложников, Кэродайн. Только ты и я. Обещаю, дядя Бен. Обещаю, на этот раз ему не уйти. Надеюсь, что он не уйдет. Он не мог далеко уйти. Боже мой! 911, что случилось? Я обнаружил труп. Прекрасный снимок. Да, просто если очень. Меня заметят, мне не поздоровится. Нужно шевелиться. Чей это труп-то? Этого чувака? Тетя Мэй об этом рано или поздно узнает. Я хочу, чтобы в эту минуту кто-то был с ней рядом. Обещал тете Мэй, что скоро вернусь. Надо идти. Вернуться домой. Да, вернуться домой. Человек, убивший дядю Бена, мертв.
Я должен был бы немного успокоиться, но я вовсе не спокоен. Совсем нет. Вот столько костюмов! Офигеть! Даже старый есть. Из первого фильма. Переиграть был вместе в игре, выбрав изображение. Окей. Костюмы. Оригинал, железный, капитан Вселенная, а, точнее, космический. Ух ты, черный костюм. Нуар. И такой пидорский. Ладно, хватит. Так, это у нас костюм из первой. Не знаю, мне вроде бы как-то он нравится, у него черные глаза. Маска, блин, говнистая, но все же. Человек-паук. Ты! О, господи боже. Кого выбрать? Давайте пока что выберем черный костюм. Первый уровень, бонус к броне. Скрытность. Воу! Ладно, давайте выберем черный паук. Что ж, что нам делать-то тут? Наверное, идти к тете Мэй. Фига себе, как толстая и длинная это дверь. Я просто охренею. У меня даже нет таких дверей. Кстати, все уютно. Кстати, я вот в фильме, знаете, замечал, но не было так все масштабно. Так, давайте к людям подходить не будем, просто посмотрим нашу квартирку. Дом. Ну, кухня более-менее такая же, только вот меня смущает тут плита или что это. Блин, как-то тут немножко толстовато видно, я играю в разрешении 720p, так что неудивительно, наверное. Ладно, давайте подойдем к нашей любимой тете. Жертва Деннис Кэродайн, убийца и торговец оружием. Кэродайн опознан как тот, кто стрелял в Бенджамина Паркера в Квинсе в прошлом году. Некоторые жители Нью-Йорка очень рады, что кто-то убирает опасных преступников с улиц. Что, кто-то взялся за уборку мусора? Удачи, вот что я скажу. Однако полиция заявила, что этот убийца – угроза для всех. Этот гражданин – опасный психопат. Он всегда действует с исключительной жестокостью и кровью ставит инициалы КК как подпись. Караван охотник. Он настолько ужасный, что потрясены даже опытные офицеры. Эта подпись и невероятная жестокость преступника заставили власти назвать его Карнаж-киллером. Просьба свидетелям Карнаж? Обратиться в полицию. Уитни Чанг для Daily Bugle News Network. О, господи, это тетя Мэй! Но, слава богу, с этим покончено. Тот, кто отнял у нас Бена, больше никому не причинит зла. Да, никто из них не похож на актеров из фильма. Питер? Что случилось? Так. Я плохой человек. Тебе лучше не знать. Завершить разговор. Давайте, я плохой человек, только я. Сейчас посмотрю, что тут. Я ведь желал этому Кэродайну зла. Желал. Это естественно. Он убил твоего дядю. Да, но... Питер Паркер, хватит того, что ты мучаешься из-за Бена. Я не допущу, чтобы и здесь ты себя терзал. В чем ты виноват? Это ты убил его? Нет. Он был бандитом. Он общался с опасными людьми. Ты ничего не сумел бы изменить. Что? Что ты мог сделать? У меня борода, я могу делать все. Тетя Мэй, дело в том, что я рад его смерти. Я знаю, это плохо. Ты рад, что плохой человек больше никого не тронет. Это другое. Ты рад, что убийца получил по заслугам. Это совершенно нормально. Нормально.
Просто я... Тебе жаль, что это не ты совершил правосудие. Да. Бен хотел совсем не этого. Он хотел, чтобы ты работал, учился, закончил колледж. Всего, что ты сделал. Где бы он ни был, он гордится тобой. И я тоже. Значит, тебе легче? Моего мужа больше нет. Эта боль никогда не утихнет. Ты сказала, что мы можем жить дальше? Да. Ведь больше мы не мучаем себя вопросами, где он, почему его так долго не могли поймать. Теперь мы можем идти вперед. То есть ты не совсем рада? У нас еще будет радость, Питер. Обещаю тебе. Значит, тебе да, блин, я опять не на ту кнопку нажал. Моего мужа больше нет. Тройка. Ты слышала, Уитни Чанг? Некоторые благодарны Карнаж-киллеру. Я их во многом понимаю. Понимать и одобрять разные вещи. Карнажу-то? Да вы охренели, что ли? На свободе, правда? Ты хочешь, чтобы его поймали, не так ли? Да. Да, хочу. И его поймают. Тетя Мэй, сделай погромче. Горячие новости о захвате заложников в Аскорб. Вот это юбка! Сотрудников под дулом пистолета. О, нет. На записях с камер видно, что их главарь – рецидивист Герман Шульц. Шульц? Что? Гвен, она работает в Аскорб. Вряд ли она там, уже поздно. Нет, но я должен убедиться. Хорошая мысль. Я всегда говорила, что вам не следует расставаться. Ложись, не жди меня. Я всегда жду. Фигурка открыта. Ну, давайте выйдем из дома, но миссию, я думаю, наверное, продолжать не буду, потому что уже прошло много времени. Все дела, но я надеюсь, что туда придется лететь, а не... стоп, там что... Там что-то такое, ящер, что ли, там... Я не знаю, поэтому... Ну, короче... Такие дела, пора заканчивать. Так... Ну, давайте вот здесь закончим. С вами был Артур Триман. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх, если вам понравилось это видео. Если нет, то, я не знаю, иди домой. Все, пока. Всем спасибо за просмотр.